Аул Большой Кичмай. Сегодня этот населенный пункт село можно назвать разве что условно. Большому Кичмаю есть чем похвастаться. Дома как с картинки, отремонтированные в едином стиле. Новые заборы, дороги, школа не хуже, чем городская. Одним словом, все блага цивилизации. В прошлом году Большой Кичмай в конкурсе по благоустройству был признан лучшим селом курорта. А еще Большой Кичмай – это колыбель древних традиций. Историю адыгов-шапсугов здесь чтут. Они рассказывают туристам, которых в ауле всегда немало. Вот и сегодня у Айсы Ачмизова в шапсугском подворье целый дом гостей. Большая делегация представителей городских тосов, которые приехали в Большой Кичмай на очередной семинар органов территориального местного самоуправления по обмену опытом. И не смогли отказать себе в удовольствии еще больше узнать о культуре шапсугов. Например, приготовление традиционного блюда – копченого сыра. Приготовить сыр нам потребуется. Обычное домашнее молоко, сыворотка и чугунок. А еще Большой Кичмай славится своим тосом. По результатам прошлого года среди всех городских советов он признан лучшим. Я считаю, что управление администрации города Сочи по работе с тосами, общественными организациями делает большую работу, организовав этот обмен опытом. У каждого тоса своя изюминка в работе есть. И если кто-то чему-то научился, это уже задача, поставленная семинаром, я считаю, решена. Секретом успеха местные тосовцы с коллегами делятся уже на семинаре. Это тесное взаимодействие с жителями села и помощь в решении проблемы отдельного человека. Именно так должен работать каждый тос, отметил Анатолий Пахомов, открывая семинар, цель которого – повышение эффективности участия советов в вопросах местного значения. Что такое вопросы местного значения? Это наведение санитарного порядка, организация субботников, участие в обеспечении общественной безопасности, убранная территория и посаженные деревья, отремонтированные скамейки, аккуратные детские досуговые площадки во дворах поднимают настроение и приучают каждого жителя к порядку. Благоустройство, санитарное состояние, проблемы ЖКХ – вот спектр проблем, которые в силах помочь решить жителям городские тосы. Как именно будут обсуждать на таких семинарах? В Большом Кичмае прошел уже второй по счету. Первый состоялся в тосе Хоста. В планах провести подобные встречи на базе каждого из 63 советов местного самоуправления. Татьяна Нагорская, Ольга Десятова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.